Так, ребят, всем привет. У нас очередная замена двигателя. Пришел нам контрактный мотор. Этот уже умер, масло жрет как бензин, ведрами. Пришел нам вот такой вот мотор полностью в сборе Соединенного Королевства, там с Англии, без пробега по Российской Федерации. Мы возим моторы, напоминаю. Мотор в хорошем состоянии, полностью в сборе. С компрессором кондиционера, с генератором, стартер доложили, даже бачок, в бачке даже жидкость с генератором, да, вот он полностью в сборе. Сейчас мы скинем крышечку, посмотрим, в каком состоянии ремень ДРМ. Если нужно будет, закинем сразу новый, пока разобранный. Вот так вот он все выглядит. На выпуске все сухо, внутри вот так вот там все сухенько, поршеньки в хорошем состоянии, свечи выкрутили в рабочем. Вот такой вот у них рабочий нагар. Цена вопроса, кто у меня спрашивал, за что, почем мы возим. Вот этот, конкретно этот мотор обошелся в 105. Шел он буквально 2 недели. Ну, судите сами. Компрессор кондиционера, если продавать, да, ну, он вообще сейчас новый стоит 1050. Генератор 10. Насос Гура тоже там сейчас 5, 7, 10. То есть коллектор, стартер, он полностью вот со всей нарисухой, без выпускного только коллектора. Поэтому 105, я не думаю, что это дорого. Пробег здесь, ой, по-моему, 125. Ну, для европейского мотора, я думаю, там качество топлива получше, и это не пробег. Поэтому сейчас его поставим, запустим, обязательно отсниму первый. Еще забыл сказать, он пришел со сцеплением, сцепление еще походило бы, но мы решили сразу новое заказать. И также он пришел со всей проводкой, еще и с мозгами. То есть, как бы тоже это все отложится, отложится куда-то. Катушка, провода, гофра, даже датчик ДМРВ, все стоит. Заслонка электронная. То есть, можете сами примерно посчитать. Как бы, я думаю, что 105 это как бы ни о чем для этого мотора. Так, сняли пластиковую крышку, защитку ГРМа. Ну, видите, да, ремешок потрескавшийся. Поставим сразу же новый. Все равно все разобрано. В принципе, проблем нету. Подкинем его и все. И будем собирать. Вечером пуск. Так, все уже собираем. Опускаем просто. Мотор с коробкой на поддоне. Опускается сверху кузов. И на подушке потом цепляется. И все. Как бы. Так вот состыковывается мотор с коробкой. Вот старый. Поменяли сцепление новое. Ремень ГРМ новый. Все агрегаты поставили, которые пришли. Считайте, что новые, поэтому останется поставить там привода, залить масло, антифриз, все подключить и попробуем вечером уже запустить. Первый пуск. Давай! Конфета, что? Сейчас поработает. Эти фазы сейчас накачаются. Внутри работает вообще идеально. Но так что так вот. Так что, ребята, если нужны агрегаты, двигателя, коробки, АКПП, КПП, редуктора, возим все. Исключительно без внутреннего рынка и без пробега по Российской Федерации. Так что обращайтесь. Кому что нужно, приценим, привезем.